Наведение, все как положено. Где официанточки, все так ухожены. За соседним столиком сидят прокурорские. У них лица красные и шутки плоские. Ведут себя вызывающие, но все вооруженные. А с ними жулики сидят прожженные. На подносе пискари нам выносит мальчик. Под столом оставил я черный чемоданчик. Черный чемоданчик, кожаный диванчик. Будет вам веселье, будет вам нежданчик. Я в красном бархате, ты вся шикарная. Нам пропасила публика, тушка вульгарная. Слышь, распуфыренный, пальцы растопыренный. Да ты своими же сто раз прошвыренный. Короче, цвет общества пестрит, куражится. Никто не крестится, ничего не кажется. Мы потихонечку покинули здание. Давай ко мне скорей, милое создание. Макс Орлов, бабушке твоей привет твоей бабушке. На подносе пискари нам выносит мальчик. Под столом оставил я черный чемоданчик. Черный чемоданчик, кружевный диванчик. Будет вам веселье, будет вам нежданчик. И закричала Света, Света, шумовая граната. Залетают в камуфляже стильные ребята. Секунда и лежат, лицом протертый пол. Достопочтенные, мол, это произвол. Но вы бы видели эти физиономии. Чего не сделаешь в целях экономии. И дарандардай, дарандамтардай, дамдандамтардай, дамдандамтардай. На подносе пискари нам выносит мальчик. Под столом оставил я черный чемоданчик. Черный чемоданчик, кожаный диванчик. Будет вам веселье, будет вам нежданчик. Соло! И... Да не играй ты дальше, заебал соло, нам... давай, соло, говорю, блин, ты играй. И... Блять, ты сыграл нахуй. Вообще, у нас вообще не коллектив. Если ты этот проебал.